Сегодня я покажу, как надо нагибать лаву кебабы. В общем, смотрите нахуй. Играю я со злодником, но он что-то молчит, ну ладно, пусть молчит. И башим мы на гору, чтоб видеть всех уебанов и настрелять им в батчин. Вижу американский ПД, да, думаю, сейчас дам ей пизды, но хули там, она съебалась с лаз долой. Вот жертва аборта Леша, сейчас получит с моей ладоши, не надо было тебе гасить уебан фишистки, убил его нахуй, чтоб не влюбился тух. Вижу за горой ИС-3 прячется за пиздой, сейчас дадим мы ему пизды. Но сука он тоже съебался гондом ходячий. Соси лалка от моих снарядов, ох сука, приехали захватывать уебан, чтоб так быстро я не успел подамахить. Встану я возле камня, чтоб и башить их. Увидел ИСа шестого, которому дам пизды, ломает дома и башу я с пушки, и башит моя пушка как колотушка, а за домами за горами и башут танки и все за нами, ладно сейчас, пизды всем дам, раком и баным. Ох вижу едет к в четвертый и думаю сейчас, получишь пизды от моей пухи, но не, у меня осталось мало снарядов. Фашисты и банды, что такой маленький боезапас, пожалели место, не пробил я его, нахуй пиздец это как. Попал в гуслюн, думаю ему пиздец, но оказалось, что ему пиздец отказался. Лес ты сука, нахуй в меня, стрелял бы со взводника, но я не растерялся и тоже дал плюху, на 300 отсасил у тракториста. Все пиздец, осталось 5 голдовых снарядов, но мне не жалко, денег я все истрачу, наш совзводник сбался, на захват нахуй, туда похал непонятно. Ладно я понял, он хочет дать пизды, всем тем кто там, а я стою дрочу, возле камня, как скилловый игрок. Вижу шатного ИСа третьего, и думаю ну малыш, тебе сейчас пиздец, придет от моего голдового снаряда. Сука как так, не пробил и банный рикошетный хуй, думаю попасть ему куда-нибудь, но нет, не попал. Осталось 3 снаряда, и думаю что сейчас будет, убили ИС и тигр, остался против нас он убил моего напарника, и я ему сейчас дам пизды, чтоб не выебывался там, но хуй та там, год и не пробил чтоб за ВБР. Еще 2 снаряда ему, пиздец нахуй гондон немецкий, убил гондона. И короче сыбашьте лайки, одевайте майки, носите фирму Nike, и меня не забывайте. С вами был Элкий, всем пока, до новых встреч.